Ауылында қазақстан ба? Начало подтапливать примерно в начале апреля. Вот. Ну, я здесь в этом поселке прожил больше 40 лет. И вот, например, для меня это первое такое подтопление, очень масштабное. Вот, буквально часть вот этого поселка сейчас затоплена. Вот здесь вот домов 6 или больше даже 6 там. Вообще, ну, для нас, для поселка это стресс, конечно. Вот.